Всем доброго-доброго утра, всем здравия. Мы с вами совершаем волшебное путешествие по стихии. Святовид, светлый Бог, светлый. Святовид у нас связан с силой воздуха. То есть это ветер, который всегда разгоняет облака и иногда нагоняет, но который связан в понятиях славян как сила творящая, потому что название ветра, имя ветра – это стрибог, то есть строящий бог, то есть тот, кто страивает. А что значит строить? Смотрите, какое у нас есть слово – расстраиваться, да? То есть это значит как-то распадаются, расстраиваться, целое на три части. То есть голова думает отдельно, сердце как-то что-то подсказывает другое, а вот когда все стройно, то есть дух, душа, тело, когда все в единстве, тогда мы получаемся с вами стройными. Поэтому стрибоги, они силой ветра, они как раз-таки управляют воплощением какой-то идеи, воплощением мечты. Но для того, чтобы идея воплотилась, нужно время, нужен огонь. И вот силу огня как раз воплощает собою батюшка Перун. Это мощный огонь, который мы видим в солнце каждый день. Это мощный огонь, который горит в каждом из нас. Вы наверняка задумывались, как интересно. Температура человеческого тела 36,6 градусов. Если у нас будет температура 44, то мы говорим «до свидания, Земля». Если у нас будет температура, ну, не знаю, там сколько, здесь у нас врачи среди нас, ну, 44 не может она быть, она 42. При 42 начинает белок уже коагулироваться, сворачиваться. И минимальная температура 25 может быть. То есть от 25 до 42, 5, 17 градусов. Наша жизнь существует, ну и то это уже мы взяли какие-то очень крайние точки. Она вообще существует в пределе 36,6. Это представляете, мы постоянно с вами горим. У нас постоянно стоит огонь, у нас постоянно горим, потому что у нас идут такие реакции, которые выделяют тепло. Это как же нужно все было умно придумать, чтобы в нас постоянно выделялось тепло. И вот Перун, как раз батюшка, он олицетворяет стихию огня. У него меч. У него, мы видим здесь шестигранный вот символ Перуна. Это перуница. По сути дела, если мы посмотрим на этот символ, мы с вами понимаем, что так устроены по этой геометрии соты. По этой геометрии устроена снежинка, то есть это универсальная, можно сказать, формула Вселенной, которая, правду говорю, позволяет сохранять информацию в целостности. И еще здесь много есть значений, самое главное, что это колесница Перунова, так представляли его, который дает это колесо, в первую очередь, вращение, коловрат времен, который дает постоянные молнии, постоянные всполохи. Ну, о молниях говорить можно просто бесконечно. Молнии бывают линейные, молнии бывают горизонтальные, то есть, когда молнии не касаются земли, идет сухая гроза, и молния вот так вот идет просто в небе. Молнии бывают шаровые, и с шаровыми молниями это уже будет рассказы на ночь, вот, с шаровыми молниями история очень интересная. И все это связано вообще, гроза связана, конечно же, с понятием очищения. И Перун, мне бы хотелось сегодня, главное, чтобы вы пояснили себе, что Перун это не просто бог военачальников, что Перун это, в первую очередь, он собой являет покровителем княжеской власти, он являет покровительством воинам, он покровительствует силе, он покровительствует правде. Но в первую очередь Перун – это перворун. Это тот, кто первый рунил законы жизни. Тот, кто установил первый правила. И поэтому Перун, конечно же, следит за четким соблюдением правды. То есть, как жить по правде. И мне бы хотелось, чтобы вы запомнили на всю жизнь. Три причины основных гнева Перуна. Это лень, ложь и предательство. То есть, когда, ну, первая стадия, то есть, это лень. Ну, как говорят, пословица, не хочется ее повторять, но лень вперед нас родилась. Лень мы начинаем оправдывать. И здесь у нас начинается ложь.
Дальше третье уже, это, как говорят, преступление, которому нет оправдания, называется предательство. Запомните, предавший раз предаст дважды. То есть, если человек предает, с ним уже никаких дел иметь нельзя. И мы все-таки с вами, давайте обратим внимание на силу света Перуна. Перун утверждает, что слава через дело. И вот это, наверное, все, что бы мне хотелось сегодня сказать. Потому что говорить все могут. Но слава через дело. Вот, ну, например, мы видим, вот светоч, это что? Это слава через дело. Люди, Валерий Владимирович, Людмила Анатольевна, вот они сотворили такой центр, в котором мы можем с вами развиваться, совершенствоваться. Это дело. То есть, когда вот важно не то, что человек говорит. Вот часто нам встречаются такие люди, мы, говорит, бы хотели. Вот недавно к нам пришли люди, говорят, мы хотим, чтобы все уехали в деревню. А мы их спрашиваем, а вы живете в деревне? Они говорят, нет, говорят, мы хотим, чтобы все уехали в деревню. Я говорю, а вы поживите хотя бы 3 года в деревне. Потом вы подумайте, хотите ли вы, чтобы все уехали в деревню. Поэтому пусть наши дела будут славными. Слава Перуну! Слава Перуну! Ура! Вот оно дерево. Оно похоже на, знаешь, на такого чудища. На кого? Нет, не на чудище, оно похоже, короче, на двух таких гигантов. Властелин колец. Властелин колец, как их называли? Называли Властелин колец, которые живые деревья. Я забыл тоже. Дорогие телезрители, вот а как звали? Пишите в комментариях. Да, рассылочкой сделайте. Вот на мой инстаграм. Браво!